Добрый день! Данный видеообзор снимается для канала «Все о стиральных машинах». Меня зовут Алексей, поехали! На данном видеообзоре у нас машинка Bosch серия 4. У нее загрузка 6 кг. Достаточно она компактная, эргономичная. Эта машинка у нас стоит на кухне. Занимает не так много места, очень удобная. У этой машинки инверторный двигатель. Компания Bosch на него предоставляет гарантию 10 лет. Нешумный, тихий двигатель, даже при отжиме очень хороший. Нам очень нравится с женой, можно спокойно тихо включить его в ночной режим и спать. Он не мешает ни сну, ничему. Много всяких функций, хлопок, детское белье, рубашки тут стирает. Самое классное, это вот пуховики он стирает даже, вообще здорово. Еще, допустим, детки у вас где-нибудь испачкались, незначительно, есть супер быстрая стирка. 15-30 минут стирает и все. Здорово вообще, придумали, молодцы они. Есть кнопочка температуры, допустим. Можно выставить температуру, какую вы хотите, какая вам нужна при тех же самых режимах. От самой холодной до 90 градусов. Скорость отжима. Здорово, можно выбирать, какую вы хотите для белья, там, чтобы не повредить нигде ничего. Есть функция отложенная стирка. Допустим, вы загружаете в машинку порошок, все там, все ингредиенты для стирки, складываете белье в нее, назначаете время, допустим, вы ушли на работу и до прихода там за час, чтобы она там начала у вас стирать. Когда вы пришли, просто вынули и повесили, очень удобно. Допустим, двумя нажатиями пальцев, то есть двумя пальцами нажимаете на две кнопки и блокируете машинку полностью, она у вас блокируется. И дети у вас тут не покрутят ничего, не откроют ее, не нажмут ничего. На них будет это все бесполезно. Есть кнопочка спидека. Это экономия электричества, скорость, очень удобно. Дополнительное полоскание кнопочка, комфортная вообще стиральная машинка. Еще одна из самая здоровская функция, это когда вы загрузили белье в машину, все включили, она у вас начала стирать, и вдруг вы нашли забытый носок. Нажимаете на эту кнопочку, останавливаете стирку, все выкладываете. То есть закладываете, загружаете то, что у вас не было загружено. И все. И она у вас продолжает дальше стирать. Дальше также нажимаете и поехали. Очень хорошая машинка. Это все, что я хотел сказать о данной машинке. Ссылка об этой машинке будет в описании. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всего доброго.